Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня показать вам новый процесс. Это свитер из шерсти, махера и полушерсти. Вот такая цветовая гамма. Значит, начинался вязать свитер с горловины. Вот на тоненьких спицах. Наверное, троечка. Вот. Потом перешла на четверку. Значит, вяжу сверху вниз. Вот регланные линии. Вяжу без ростка. Никакого ростка не вывязывала. Значит, рукава. Вот я когда разделила на ниточку сделала рукава. Значит, я буду это передевать на спицы, вязать буду по кругу без шва. Здесь тоже нету шва, здесь все вяжется по кругу. Нитки меняю по настроению. Не придерживаюсь никакого рисунка, просто вот сейчас вот вязала. Мне вот так захотелось сделать такой узор. Где-то вставляю изнаночную, в основном лицевой, но совсем все лицевой мне не хотелось. Ну, что-то хочется такое разнообразие. Свитер будет теплый. Вяжу младшей дочке, надеюсь, она его будет носить. Вот. Вывяжу, вот у меня они, все клубочки, все моточки, я уже все смотала. Меринусовая шерсть, махер, полушерсть, шерсть, вот это вообще на это стопроцентная шерсть норвежская. Вот захотелось что-то в таком цвете, все ниточки, которые были, вот я их подобрала. Где-то нитка идет в одну, вот как эта беленькая, она идет в одну, австралийский меринос в две, очень тонкая ниточка, поэтому в две. Махер тоже тонкая, махер тоже идет в две ниточки. Так что вот довяжу, значит, здесь, а потом перейду на рукава. Ну вот. Это, пожалуй, все. Когда довяжу, попробую еще раз снять ролик. Все, до новых встреч!